На стил у Итаки и пристройку в кафе Бали демонтировали сегодня в Аркадии. По словам представителей мэрии, предприниматели не получили никаких разрешений на проведение работ. У данных объектов есть спорное право собственности. Заказчик-собственник утверждает, что у него есть право собственности. Мы, конечно, будем этому апеллировать. Нами будут подготовлены соответствующие запросы в правоохранительные органы. То, что мы видим сегодня на побережье, это предприниматели, которые год из года арендуют эту территорию. Они считают, что в тех же границах они имеют право начать подготовку к сезону без согласования разрешительных документов.